Добрый вечер, друзья! Сегодня хочу представить вам монету «Орлан Белохвост». Монета выпущена в серии «Флора и фауна». Серебро 925 пробы. Качество чеканки пруф. Тираж данной монеты всего 2500 штук. Орлан – один из крупных представителей хищных птиц Евразии, который занесен Красную книгу, номинал 10 гривен, вес 31 грамм. На аверсе изображен малый государственный герб Украины и надписи «Украина 10 гривен 2019 год». На реверсе монеты и на зеркальном поле изображен Орлан Белохвост и надпись на украинском и английском языке. А теперь монета в Низельберге, в буклете. Номинал данной монеты 2 гривни, тираж 45 тысяч штук. Хочу обратить ваше внимание, что Национальный банк Украины впервые выпустил монеты данной серии, где серебряная по изображению отличается от обычной, думаю, что это будет изюминкой данной монеты. На серебряной орлан изображен сидящим в гнезде, а на обычной орлан в полете с добычей. Монеты красивые. Рекомендую всем приобрести в коллекцию, на подарок и как инвестицию. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на наш канал. Пока!